привет всем! Готовлю супчик легкий и быстренький из консервы. Хотите, посмотрите. Кастрюлька, 2 литра воды. Закипела вода. Беру картошки 2 штуки, они такие у меня большенькие. Разрежу картофель, чтобы побыстрее сварился. Вот такие части. Можно, если мелкий картофель, то целыми забрасываю в кипящую воду. И лук. Вот такая головка. Тоже сюда забрасываю и готовлю до готовности картофеля и лука. Сколько на это времени? Ну, проткнете, готово, значит, нормально. Так, ну что, картошка у меня полностью готова. Смотрите, какой наварчик желтенький от лука. Луковицу вынимаю. Если вы не любите лук, можно выбросить, что ли. А я обожаю вареный лук. Вареный, жареный, сырой, в любом виде. Я не буду выбрасывать. Сейчас немножко остынет луковица, я ее разрежу и в суп добавлю. Теперь, что понадобится мне... Толкушка. Суп не выключай. И готовый вот этот картофель я просто толкушка. Раз, вот так вот. Не толку в пюре, а прям на одну картошину нажимаю, чтобы вот кусочки вот такие были. Все, смотрите, она вот такая плавающая получается. Так, чуть-чуть еще раз, раз, раз. Лучок так не раздавится, поэтому я его разрежу. Меленько покрашу, в общем, ножом. Теперь беру консервы. Я покупаю Доброфлот, натурально, без масла. Можно и в масле, можно и любые консервы, какие вы любите. Она крупненькая, просто показываю. Прям вообще такая вкусная. Кусочки вилкой разминаю. Ну, тоже не до такой степени, чтобы они были прям как в кашицу, а чуть-чуть. Ну, как-то вот так примерно. Так вкуснее получается суп. Так, добавляю сюда. У меня есть яичная лапша. Но не обязательно яичную, можно любую меленькую лапшичку, даже есть длинная, поломать. Да какая у вас имеется? 1,5 брикетика возьму. Разламываю, чтобы не длинненькая. Если у вас короткая, еще лучше, просто у меня коротенькая нету. Как только закипела с консервы, добавляю нарезанный лук. Мелко-мелко порубила. Лаврушку заброшу сразу. И лапшу выбрасываем. Солю. Соли я не добавляла же. Потом можно попробовать по вкусу досолить. Перемешиваю. И готовится 7 минут. За это время, за 7 минут, лапша готовится. И все. На умеренном огне. 7 минут прокипела с лапшой. Забрасываю зелень. У меня замороженный укроп. Можно с зеленью прокипятить 1 минуту. И выключать. Я даже не кипячу. Хорошо хранится дня 4-5 даже. Появляется, если накипь, я убираю. Когда картофель варится, накипь тоже убираю. Выключаю. Можно чесночок бросить, кто любит. Закрываю и пусть немножечко постоит. Ароматом зелени пропитается. Супчик настоялся. У-у-у, горяченький. Смотрите, он такой густой, хороший. Наливаем. Такой вот супчик. Красота и вкуснота. Можно и свежей зелени прям в тарелочку много-много накидать, если есть. И все. Перчику. Что вы любите. Так что вот такой простой, быстрый и вкусный супец. Хотите, приготовьте. Он очень вкусный. Желаю всем благополучия. И пока-пока.